Частично разрушенный потоком воды мост в селе Шолпан Восточно-Казахстанской области увеличат на 9 метров в длину. Такое вот решение приняли власти Урджарского района. Из местного бюджета планируется выделить 10 миллионов тенге. И благодаря этой реконструкции переправа сможет пропускать больше талых вод. И проблема ее устойчивости будет решена. Напомню, в минувшие выходные мост был разрушен потоком воды. На месте ЧП работало 15 единиц техники. Ну а через несколько часов переправу полностью восстановили. В нашем районе имеются 33 моста. В настоящее время все они под постоянным контролем, как и переправа в селе Шолпан. К этому мосту будут достроены еще два пролета, и таким образом напор воды будет уменьшен в несколько раз.